буквы разные писать тонким пером. 5 октября наша страна в числе 100 стран мира будет отмечать Всемирный день учителя. В этот день, торжественный осенний, мы вам желаем счастья и тепла. Пусть отлично будет настроение и успешно сложатся дела. Пусть удача вас сопровождает и придет заслуженный успех. Да, не за горами и лесами живут волшебники сейчас. Они приходят в школу с нами, вернее, чуть пораньше нас. Метет ли снег, шумит ли осень, срывая желтую листву. Они всегда с собой приносят и чем-то дарят нам весло. Наши учителя, вам от души спасибо! Вечно будет земля вашим трудом красиво! Про тире и про дождик на дворе.